Если вы любитель морепродуктов и рыбы, то просто обязаны, находясь в Сеуле, посетить огромный рыбный рынок Нориандин. Не погружаясь под воду, там словно оказываешься в глубинах океана, рядом со всем многообразием его обитателей. На рынке представлено более 800 наименований морепродуктов, чего там только нет. От привычных креветок, крабов и лобстеров до совершенно невероятных морских гадов. Вот, например, кабул или морской пенис. Он съедобный, хотя выглядит, конечно, крайне неаппетитно. А уж как представлю, что его режут на сашими, самому больно становится. А он после этого еще шевелиться продолжает. Прррр, кошмар. Остальной ассортимент менее пугающий. Устрицы, разнообразные крабы, огромные осьминоги, рыба всевозможных видов. Вот, например, такие веселые скаты. Улыбочку, пожалуйста. За своим товаром торговцы бережно ухаживают, постоянно что-то очищая, промывая и перекладывая. Суета здесь не прекращается ни на секунду. Также на рынке можно поесть сашими из свежайшей рыбы. Конечно, я не упустил такой шанс. А еще там есть маленькие осьминожки. Их вообще иногда едят целиком и живыми, а они при этом щупальцами за рот хватаются. Но как-то мне от этого было не по себе, в нарезанном виде все ж привычнее. Кстати, поесть все это можно на месте. За дополнительные деньги вам и креветок поджарят на гриле, и сашими нарубят. Правда, лучше уточнить заранее, сколько это будет стоить. Может получиться и так, что в разы дороже, чем сам продукт. Не успеете оглянуться, как торговцы потащат вас какими-то тайными тропами в кафе, где все это и сделают. Осьминог в виде сашими кусочками все еще продолжал ерзать по тарелке, словно живой. Прямо скажем, леденящее душу зрелище. Но это не помешало мне его слопать. Вкусно, хоть и жевать пришлось долго. В общем, друзья, если хочется и впечатлений, и свежей морской еды, прямая вам дорога на рынок Нориандин. Там почти круглые сутки вас и встретят с улыбкой, и накормят вкусно.